Этот американский интернет-магазин не тратит баснословные бюджеты на рекламные проекты и сотрудничество со звездами, но, воспользовавшись его услугами однажды, вы будете рассказывать о нем друзьям. Сегодня мы покажем, как покупать заставку в Россию с одного из самых популярных и любимых американцами магазина обуви и одежды – zappos.com. Меня зовут Ангелина, и это канал Shoppers. Изначально Zappos создавался как магазин, где каждый смог бы подобрать для себя идеальную пару обуви, независимо от размера, ширины стоп и высоты подъема. Сегодня помимо обуви здесь можно найти одежду, сумки и аксессуары, в том числе и самых именитых брендов. Многих из них не найти в России и европейских странах. На сегодняшний день доставка в Россию этим магазинам не производится, но вы решите эту проблему, воспользовавшись услугами сервиса Shoppers. Далее мы покажем, как оформить заказ zappos.com с доставкой в вашу страну. А еще чуть дальше мы разместили специальный промокод от сервиса Shoppers. Используйте его для получения скидки при первом заказе. Ну что, переходим на официальную страничку Zappos. Встроенного переводчика на русский язык здесь, конечно же, нет, но если вы хотите, то можно скачать встроенный переводчик и, конечно же, перевести страничку. Мы с вами так и сделаем. Перевести. И вот у нас уже на русском. Большую часть, конечно, составляет это одежда и обувь женская, мужская, но также здесь есть и детская одежда. Очень много аксессуаров. Открываем бренды. Очень много обуви на самом деле. При просмотре данного сайта прошу обратить ваше внимание на распродажи. В этом году удобнее всего доставлять товары с zappos.com, так же, как с других зарубежных сайтов, с помощью сервиса Shoppers. Shoppers имеет свой склад на территории США, на котором примет ваш заказ, если нужно, объединит с другими посылками и отправит на ваш адрес. Более подробно о том, как работает наш сервис, мы рассказали в видео по ссылке выше. А с реальными фото и видеоотзывами вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе «Отзывы». Также мы подготовили специальный плейлист с ответами на популярные вопросы о сервисе Shoppers. По ссылке выше вы узнаете о способах и стоимости доставки, о сроках выкупа и получения посылок. И я вам покажу два способа, как можно оформить заказ. Первое – это по ссылке. Нам необходимо скопировать ссылку данного товара. И второе, что сделать – это вот зайти на сайт Shoppers и нажать «Заказ по ссылке». Мы сюда вставляем ссылку. И вот смотрите, здесь есть поля, которые со звездочкой. Их нужно обязательно заполнить. Вся информация есть в карточке товара. Нам нужно оригинальное название. Конечно же, цена. Стоят они у нас 89. Нужно указывать количество. У вас будет промокод, вы указываете промокод и нажимаем «Добавить в корзину». Нажимаем «Оплатить». Самое интересное, мы можем оплатить с любой российской карты. А сейчас мы делимся с вами обещанным промокодом со скидкой на доставку, чтобы ваши покупки с Shoppers были еще приятнее. Вводите промокод, который вы видите сейчас на экране во время оформления заказа, чтобы получить скидку. И давайте вернемся ко второму способу оформления заказа. Для этого нам также требуется ссылочка товара. Переходим в телеграм-канал и находим чат-бот Shoppers. Переходим в чат-бот, отправляем ссылочку, с вами связываются сотрудники и помогают вам в оформлении заказа. В чем преимущество заказа через Telegram-бот? Не нужно регистрироваться, оставлять какие-то данные и так далее. Чтобы узнать стоимость доставки, нам необходимо просто перейти на сайт Shoppers. Переходим на сайт Shoppers, и у нас в самом низу есть вкладочка «Доставка». Мы нажимаем на доставку, пишем примерные габариты нашей посылки, и внизу он здесь нам расписывает доставку. И вот она здесь различная цена, конечно, но я думаю, что все прекрасно понимают, она зависит от количества дней. Чем быстрее, тем дороже доставка будет. Ну и, конечно, если у вас не получается оформить, возникают какие-либо вопросы, вы всегда можете обратиться в нашу службу поддержки. Все контакты, все ссылочки мы, конечно, оставим в описании к этому видео. Мы не навязываем страховку к заказам, вы можете добавить ее самостоятельно при оформлении заказа, так же как и фотопроверку поступивших товаров на склад. А еще в нашем телеграм-канале мы часто делимся промокодами на отдельные категории товаров для покупки через сервис Shoppers. Заходите и проверяйте действующие промокоды по ссылке в описании или наведя камеру телефона на этот промокод. На этом наше видео подошло к концу. Надеемся, информация была для вас полезной.
Не забывайте ставить лайк в качестве благодарности и подписываться на наш канал. Приходите на сайт Shobus и оформляйте доставку самых популярных зарубежных магазинов. Не забывайте использовать промокод. До встречи!